Там замедление нормально вообще от фростмагов или нет? Почему они, блядь, не стоят эти ебучие мобы на месте? Ну, наверное, оно кончается и все. Парада пришел. Но они должны стоять на месте, блядь, типа мобы. Ну хуй знает, но это же не бесконечно. Ну калинка не контроль там. Ну 4 секунды от этого, как он называется, от ледяного дождя, блядь. Морожение. Это 4. А нового сколько? 8 дает, да? Все здесь, все готовы, да? Догнать. Еще раз. Ай! Пощади! Кто это? Кто, блядь, субрушит? Отмирался ты опять, что ли? У меня ж перепонки, блин, чуть не лопаются. Сейчас нормально. Все, все готовы, давай. Что. Сорян. А чё? Ну да кажется, блядь, товар ускоряется. Скорость атаки. Внимание, хилы. После каста будет танчить вой. Идет каст. Ауч. Эрич. Блядь, я сам стану. Где твой сапкот? А, он кончился что-то. Охуенно. Сейчас лучше попадут, я встану. Если это. Вот сын бы Эрич. Ил. Кого? У меня минуты. Блядь. А, блядь, шторы бы Эрил. Дарт сам. Да, тут лужа сейчас. Хильте. Ну, меня не хильнули. Мы кобал. Проначно. А? 10 секунд и забил. Мы бы не успели тебя вернуть. Томаты за. Жена НБР наш. Рога Неонекс, заканчивай, больно тебя бьет. Контроль, контроль. В смысле, а что я выношу все? Забираю. Ставь на тебе.
два контроля. Одного контроля. Здесь банк сложный по одному. На секунд заберу. На пару секунд заберу. Все, забираю. Работает все протяжки на него. Тихо. Чего нет, побольше? Там что Роман просит? Дал ему иди. Чего не забирается? Вообще не отдашь. Писал. Да, сейчас. Выбирают. Не забыл. Эти танки просто на грани. Кислого хильте. Контроль, контроль. Рафа, дайте. Да. Стопнули. Стопнули. Сейчас мобов надо взорвать, потом только перевать. Три. Давай здесь. 10 секунд. Два моба тебе залить, каст. Еще каста надо. А не тех. За контроль. Mm. Давай пнулся рейд уже. Анис, когда мы без усилков, мы пытаемся взорвать не по 3, а по 2 моба. Мы просто носимся кругами, как спринтеры. Когда мы взрывали по 2, по 3, рейд более-менее стоял на месте и дамажил. 150 усилков нужно. Сейчас мы просто носимся по кругу, как угорелые, и все. Сейчас? Ни дамага, ничего. В отличие от того, что было днем в ДВ-рейде. Нет, Войт, нет. Нет, Войт. Вы держите. А танки падают, знаешь почему? Потому что мы по кругу бегаем, и хилы бегают вместо того, чтобы стоять хили. Они ж на бегу не могут нас хилить. Просто был Денчик. Сейчас Денчик. Да мы без холи паладина хилили, как бы нормально было. Сейчас прям танки прям на грани. Вот стоит только шажочек сделать, все, танк 100% сдох. Да, да. Это я не знаю. Ну просто кого-то меньше пробивает, наверное. Кого-то и Лёху. Да, да Лёха. Тоже падает. Блять, ну я не шарю нахуй, я заебался уже, ебать. Узнает, блять, хуёво пробивает, пиздец, больно, блять, хилы не хилят, нихуя. Кнопочки просто. Кнопочки заебался, уже все кнопочки прожал.
Может реально два хулипала надо, хуй знает. Иди с хулипаладина в хили или ну? Ну так, блядь, ну пиздец, столько смертей за первую фазу от танков, блядь. Это же вообще пиздец. Нет, танков на хили на интересно. Или хуй знает, или как-то, блядь, четко танчить по 20 секунд, хуй знает. По полминуты сколько там. Я вот считаю, что надо на большой круг больше людей, чтобы было всего два места, куда скидываются перья. И тогда хилы будут ближе ко всем, будут хилить нормально. У нас один хил вообще с меликами бегает, достает всех. А остальные оббегают лужи, которые 4 вот в ряд перекрывают все. Значит, нет, я не оббегаю лужи, и все равно. Стоит шажочек сделать, только чтобы хотя бы танка доставать. Все, так, сейчас я релогнусь, можно или нет? Что, по малому бегает. Я же тебе сказал, Диси, один умный хил у нас бегает с миликами. И хуй не дует. Ты не то, чтобы с миликами бегаю. Я и там посмотри, где я бегаю. Бафы каски дам. Борис. Ну, Мосса грех не говорить, поскольку Мосса на ходу может хотать, в отличие от Холи Паладина и меня. Мосса вообще все может. Ходкой танк не вытянешь. Во-во. Ходкой, да, тут таргет нужен. Холи Пал мощный. С таргетом их я знаю. Да я не хилю уже рейд почти что, кроме сейвов, которые вот в уже... Я не успеваю даже рейд похилить. Только по цепухе, если через танка проходят, все, максимум. Еще раз. Ну, оставь рейд рейдом, да и все. Нет, он пишет, типа, мой рейд похилим, а вы танк хилит. Ну да. Действительно умные. Ну, поехали. Выше скорость атаки босс стал. Стало выше. Кирсгорна нету, он элемент. У него скорость атаки выше. И это связано с кем-то. Давай ЛП-шку попробуй. Блин, по КД висит. Зимошок. Вы, кстати, утром его постоянно водили. Может, в этом еще дело? У него скорость атаки, блядь, большая. Мне за секунду каждый стак хуярит. Не утром, блядь. Даже вот целый день, когда я был в этом месте, такого не было. Земной шок. Я говорю, Элима нет. Был старик, потом Кир. Забирает. Серьезно? Что это такое? Отсыпалось 2 хила. 3 хила. Адмирал, почему ты до пула не считаешь рейд? Первый щит у тебя пришел через 8 секунд после того, как первый удар по танку прошел. Первый щит. Не надо врать. Что-то все хуже и хуже. Весь рейд. Закис, сажусь пить, танк пулит, я встаю. Фулл манны. Ебашим. Какая нахрен фулл манна?
Просто что скажешь? У тебя хулин спек есть, нет? У меня нету. Что мне сказать? Ну по хилу, почему? Мне вот так и не дает делать. Почему до этого? Это или танков меньше пробивало, или хилы лучше кузнят. В каст попадали или что? Как так? Возможно. Короче, пиздал, выходим. Шипы у тебя, подожди, у тебя шипы есть спек? Блять, мне пиздец. Там все, выйдите. Там алики, осторожно только. Сразу хуять. Они пизды дают. Сейчас спросите у меня первый. Сейчас грипну кого-нибудь. Так, где они? Ничего, исчезли. Лево, справа, один убежу. Сейчас бегу. А. Причем как быстро, блядь, конец поставил. Выходите сейчас. Лех, давай сейчас я в ДЦ и идем в 5 хилов. Да сейчас пойдем, выйдите. Все вышли с ним. Хоть шанс обновить. Он нам запычку хочет. Воронки пофармим. Не, я больше вот так сидеть не буду. 12 часов, боже. Все вышли с ним. Ну просто видишь. Кто-то в инсте еще. Пошли. Ты без перерыва? Перерыв сделали час. Сколько там? Не, ну хоть так. Да, бычка поставилась. Да уже все плывет. You are already locked to крепость боль. У тебя там КД нету, Лех? А, блять, я же. Я убил или не убил? Я не помню. Может, проходили? Я убил ДКшкой, да? ДВ же был. Да. У меня тоже ДВ КД. Принимать КД, да? Чё, навары? Пошел я тогда у силки сбросил. Зачем ты? 150 у силков хп. Ага, давай. Я же не адаптники. Подождите. Пошли келли убьем. Все знаете, как назло все спрашивают, ну как там у вас, ну как там у вас? Одни злорадствуют, а другие переживают. Прям вот как будто соль на рану сыпят. Да пусть хоть зазлорадствуются. Вот один вопрос. А зачем водить босса вообще в принципе? Можно же сделать так, чтобы он стоял. Да, если контроль хороший. Ну вот значит... этот босс очень похож на босса в Легионе. Там, где босс стоит по центру, и к нему идут огоньки. Там была очень простая тактика. Суманите алоем. Суманите алоем. Подошки. Лёх, кикнешь там ДКшника. Пока не надо, я тут... Ну ладно. Хорошо. Два раза грожу. Пока не... Я пашку числю. И... О, ещё КДшки с рейда. Давай. Что Луцинь. Тимоч, КДшка есть? Лобки. Ну, у меня вообще нету КДшек. Ну, только на ХМ то, что мы были. Ярости недостаточно. Дарт в хиле идет пока что. У миликом будет дохнуть. И